Привет, друзья! ВВС США представили новый бомбардировщик B-21 Raider. Производитель позиционирует бомбардировщик как единственный в мире самолет шестого поколения. Согласно заявлению Northrop Grumman, самолет способен достичь любой точки мира, нести ядерное и обычное вооружение и преодолевать самые передовые системы ПВО, благодаря улучшенной технологии стелс. С момента появления самолета B-2 Spirit, B-21 Raider стал первым новым бомбардировщиком ВВС США за 34 года. Сообщается, что с помощью облачных технологий можно создать цифрового близнеца самолета, который поможет отслеживать выполнение боевых задач. Бомбардировщик B-21 Raider стал развитием бомбардировщика B-2 и должен вобрать в себя все лучшее. Как сообщалось ранее, B-21 должен стать дешевле по стоимости закупки и эксплуатации, чем его предшественник B-2. Это должно быть достигнуто за счет уменьшения размерности нового бомбардировщика и его грузоподъемности, а также частичной унификации с другими самолетами американских ВВС. Самолет B-21 получил более прочный материал поверхности, обеспечивающий скрытность, что потребует меньше усилий для обслуживания и сведет к минимуму эксплуатационные расходы и время простоя. Цена одного самолета – 750 миллионов долларов. Первый полет должен состояться в 2023 году. Детальные технические характеристики B-21 засекречены. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.